играть в загадки о фруктах. Первая загадка моя. Желтая, сладкая, похожая на лампочку. Грушевица! Я по очереди. Тихо, слушаем загадку. Бывает двойная. Вишня! Тройная. Что это? Вишня! Правильно. Идем, Ифарочка. Потом я. Самая вкусная, самая большая ягода. Арбуз! Самая большая ягода. Идем обедать. Фиолетовый. Тихо, слушайте, фиолетовый бывает? Фиолетовый бывает. Круглый. Круглый. И пальчиковый. Виноград. Верно, виноград. Бывает круглый и пальчиковый. Виноград. А смотри, скорее вылезай. Вылезай сюда, идем. Да, точно, Владик. Партизан, сейчас он нам загадает. А давай, это? Нет, это любят? Обезьяны. Пойдем. Это